Как только водитель на внедорожнике пришел в себя после аварии, признался, что сильно торопился этим утром, поздно выехал из дома, вот и пришлось нагонять упущенное. Мужчина говорит, что на Булаке он понял, что сильно рискует, выезжая на перекресток. Тем не менее, решил испытать судьбу. Я видел, что он трогается, но просто дорога скользкая, я не успевал затормозить его. Думал, что успею проехать. Поняв, что не успевает, владелец полноприводной машины почему-то еще больше надавил на педаль газа, тем самым лишь усугубил свое положение. Дастер буквально снес Ладу, протаранил забор и остановился на встречной полосе, далеко за перекрестком. Повезло, что на пути неуправляемому внедорожнику больше никто не попался. Человек вину признает, он же на... Я если начинал на зеленый, значит там горел красный. Можно было здесь на перекрестке на стоп-линии остановиться и все. Пропустить всех и ехать дальше. Ремонт «Лады» должна оплатить страховая компания, а вот восстанавливать внедорожник, скорее всего, нет никакого смысла. Дешевле купить новый автомобиль. Равиль Сайганов, Альберт Даминов, Эфир 24. «Игра престолов» в воскресенье на телеканале «Эфир».